угадай, кто? Вуди и его друзья. В фильме «Лопух в седле». Режиссер Пол Смит. Художники Лес Клайн и Эл Коу. Автор сценария Кэл Ховард. Композитор Кларенс Виллер. Продюсер Уолтер Ланс. Отправляйся на запад, молодой человек, отправляйся на запад. Точно, я попытаюсь счастье в стране кактусов. Я хочу оставить снега и метель и отправиться на запад, где полно ящериц, спать среди койотов под небом прерий, мыть золотишко и наслаждаться жарой Техаса. Запад — это место, где я хотел бы жить и умереть. Ой, ребята! Я совсем выдохся. Прошу прощения, это запад? Кто? Ты вот кто? Это запад? Кто? Ты что, не можешь ответить на простой вопрос? Кто? Ну ладно, умник, ты сам напросился. Кто? Вредина. Кто? Извините, где я могу найти золото? Как? Никак, а где? Как? Сейчас ты у меня получишь, приятель. Как? С помощью кулака, вот как. Снимай свое одеяло и выходи на бой. Я всегда говорил, золото там, где ты его найдешь. Золото! Я нашел золото! Ребята, настоящее золото! Золото! Целый мешок золота! Но! Руки вверх. Выходи с поднятыми руками. О, нет, только не это, опять ты. Как ты здесь очутился? Кто? Прочь с дороги. Следы. Он пошел сюда. Вверх-вниз. Этот мерзкий бандит, который украл мой... Опять? Опять ты? Оставь меня в покое, парень, ты меня достал.
Должно быть, он прячется где-то здесь. Кто? Убирайся домой, чокнутый. Проваливай! На помощь! Обратите внимание, как я защитил себя с помощью невидимого экрана. Этот тип пытается стащить мой ланч. Кто? Все. Кто? Конец.